Ему, конечно, виднее, зачем. Utopia may not be what all desire. Why do you choose battle one? Fight. Что-то странное происходит. Тихо отлично наказывает. Unblockable. Врывается на каунтер. Бросок. Непонятные вейкапы от мистера Золотого. Очень почему-то боится Рока, неясно даже зачем. Какой страх и откуда. Наверное, ожидал Мицуругу, а тут какой-то сюрприз. Что-то идет не по плану явно. Но мэш противник его. В результате чего у Рока появляется шанс. Много принимает дэмэджа по броне сейчас. Это может обойтись и стоить ему очень многого в следующих боях. Если он сейчас это не выиграет, почти наверняка проиграет, но выигрывает. 1-1. Пытается напрыгнуть, Рока не удается. Нет, нет наказания. Это анблок был, конечно, он не работает на такой дистанции. Налетает, еще раз налетает Хихра на атаку после 3Б. Блочит в этот раз, но броня горит. Очень плохо все. Бросок, победа. Крутака. Крутак близок к тому, чтобы забрать этот бой. Если Фихра не соберется сейчас, то для него все на этом и закончится. Будет он за третье место с Люксера сражаться. Ну что ж, плохой паниш это, конечно. Господи, ну что это? Так очевидно вот со стороны намерения противника. Когда он... Ой, хороший джазгар тут. Фихра. Не удается рингаут, но ему не нужно. Что ж, он умудряется восстановить броню, неплохо восстановить. И сводит все к последнему раунду. И в принципе у Нацу хороши шансы. Сейчас я был уверен, что будет 3Б. Горит красным, это рингаут. Что ж, Фихра. Ох, какой! Какая по...